Всем привет, друзья! Вот сегодня у нас такая погода. Ночью сильный дождь прошел, прям сильный. Потом перерыв до обеда. Сейчас опять начался. Гремит, сверкает, поливает. Это я с крыльца вам. Побежала быстренько, уток загнала. Маленечко подмокла. Ну ничего. Они по трафику быстро заскочили. Пускай пережидают, когда дождь пройдет. Вот такой дождь. Поливает вот Ивановскую. Ой, с крыши льется. Смотрите, как он усилился. А там дальше смотрю, прям, ну, вам не видно. Ой, сверкает как. Стеной там стоит. Сейчас, наверное, греметь будет. Греметь, потому что сверкануло. По улице утром была грязь. К обеду маленечко впиталась. Сейчас опять. Я уже съездила в Купино. Успела до дождя. Ну, закупились я продуктами. Что-то все покончалось. Все крупы, лапша, масло. Все закончилось. Мука, сахар. Ездили, закупали. Где дороже, где дешевле. Ну, вообще, вообще все дорого очень у нас. Все дорого. Скоро вообще. Ой, идет, ой, идет. Ну, в ведре вода здесь стояла. Но уже, смотрите, было пол ведра. А уже скоро будет полная. Вот так. По-моему, он еще усиливается. Боже мой. Боже мой, что творится. Я грома боюсь и молнии боюсь. А здесь смотрите, как с крыши льется. Видали? Тут сплошной. О. У нас, видите, какая оказия. В этом месте бежит крыша. И все на диван. Я застелила. Вот этой клеенкой. Подставила сюда тазик, чтобы стекала сюда. А здесь прямо вот капает на эту. Ой, вот будем перекрывать теперь. Полил сильный, видно, где что бежит. Вообще. Ну что, уже все столетнее. Где-то вот здесь вот в щелке капает. Когда-то ураганом срывало шифер. Мы его положили. И видно, не так. А эти годы же дождей не было. Мы не знали, что у нас так оно течет. Вот так. С ночи как взялась я вот это вот накрывать. Но вот полдня не было. Сейчас опять. Ой, стройматериалы все очень дорогие. Очень дорого все. Ну, что-то будем делать. Поправлять там. Господи мой. Ну вот ведро набежало. Ну, было пол ведра. Пол ведра набежало. Утихает вроде бы. Стихает. Сейчас дальше туча, наверное, пошла куда-то. Ну, пузырится. Вон там возле калитки смотрю, что там пузырится. Значит, еще будет. Ну, на день не написали, что на весь день дождь. Дождь, дождь, дождь. Мусорный пакет лежит. Ну и он не намокнет в этом в мешке. Сегодня у нас мусорная машина. Ну не знаю, будет она ездить или нет. На дороге грязь. Обычно, если грязь, они канавы не роют, не едут. Оставляют до следующего раза. Ну, стихает. Ну, стихает, внуча. Меньше стало. Тоже стеной шел. Ой, девочки, по второму кругу пошел. Второй заход. Купина мне прислали видео, какой там прошел, с градом.
нас града нет, но неизвестно, может, что и пойдет. Посмотрите, что горится. Ой, все громыхает, все сверкает. Страшновато. Все подключало. И антенну от телевизора отключила, потому что сверкает сильно. Ой, шумит как, мамочки. Вот что творится. Тут тоже детки. Сегодня видео все про дождь. Ну, не зря прислали штормовое предупреждение. Вон все сверкает. О, боженька, разоряется. Поналивала здесь воды. Пока дождя нет, я их выгнала на маленько. Они вон грязные какие-то. Сейчас насыплю им, покормлю. Пусть поплюхаются в этой луже. Целый день дождь идет с перерывами. Вот с обеда как начался. Сколько-то перерыв опять. Да такой сильный. Вот налило. Уже на что здесь воды не было. А налило тоже. Так, сейчас я им насыплю корма. Пришла в огород посмотреть, тут все нормально. Ну, ветра сильного не было, так вроде ничего не повалило. Но все промочило вообще капитально. Капитально. Такой дождь. Горох уже внучки рвем. Ну, сегодня мы здесь не лазили, здесь грязно. Не хочу даже туда и заходить. Помидор, он, видите, какой большой. Сейчас, наверное, еще повисят, может, с неделю. И большие я оборву помидоры. Ну, потому что, как сказать, пусть другие растут. Так, вот здесь по соломке. Тут уже вот такой большой. Ой, все проваливается. Вот здесь я вдоль вот этого лука сеяла морковь. Ну, что вы думаете? Я ведь забыла, что я тут посеяла. И тяпкой давай тут полоть все налево и направо. Дорожки. И только вчера я вспомнила, что здесь посеяла морковь. Говорю, боже мой, что я натворила? Пошла глядеть. Ну, а кого? Муж говорит, да она взойдет. Ты же недавно посеяла. Она взойдет. Да я говорю, как бы второй раз не забыть, что она у меня тут сидит. Ну вот не смотрю. Еще не видно пока. Может сейчас после дождя будет тепло, она может начнет сходить. Вот лужи стоят. Повалила эту стеклу, но она поднимется. Ой. Капуста уже начала кое-где завязываться. Вот смотрю. Тыква, смотрю, там тыковки маленькие завязываются. Кукуруза сейчас попрет. Картошка почти отцвела. Но вот это будет цвести, потому что она позднее сажена. А там почти отцвела. Арбузы расплелись, а тоже вода стоит тут, вижу по краю. Ну, вон какой арбузик. Ну, так позавязались арбузики. Но не прячутся. Их не увидишь так просто. Надо ботву раздвигать. Ну, а здесь? Здесь ничего хорошего нет в этом углу. Там вот еще с краю. 5 лунок, наверное, или сколько. Более-менее. Остальное еще попало. Где-то там даже огурчик маленький я видела. Малина начала спеть. Надо внучки сорвать. О, крупная. Эту малину... Так,
Это откуда у нас малина? Это родственник давал. Племянник. Ой, она грязная, надо ее помыть. Она такая крупная. Ну-ка, сюда иди. Крупная-крупная. Опа, вот тут лужа тоже. Ну все, вот такие дела после дождя. Этот начинает у меня зацветать. Лобазник. Так пахнет вкусно. Даже во дворе он лужа стоит. Вон там лужи. Грязь на дорогах. Ну, это надолго, наверное, промочило. Нигде никого. Ветерок поднимается. На завтра-то ветер передали. Он, наверное, сегодня начнется. Тучи вон какие. Небо хмарное. Мальву мою повалило. Там внизу валяется несколько этих стволов. Ну все. Сегодня такой день, и показать нечего. Дождь, да, пасмурно, да, опять дождь. Все, с вами прощаюсь. Всем здоровья, всем-всем. Всего самого-самого доброго. Пока.